Мы находимся в спортивном зале центрального стадиона. Его сегодняшние гости не совсем обычные люди. Это ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы помочь им реабилитироваться, Министерство образования Бурятии проводит им совместную тренировку с депутатом Народного Хурала Игорем Марковцом. В детстве у меня тоже было непросто. Я стоял на учете с раннего детства. Хулиганил, баловался. И понимал, что если бы я не поменялся, то, скорее всего, уже бы, наверное, моя жизнь бы закончилась. Министерство образования вот уже второй год реализуется социальный проект «Вместе с другом». С ребятами проводятся профилактические беседы о формировании здорового образа жизни, о привитии любви к занятию спортом, о том, чтобы дети не нарушали закон, вели правильный образ жизни и во всем такой... помогали взрослым. Если где-то что-то хрустит, это хорошо. Дети приехали из Мухашибирского района. Эти дети находятся в трудной жизненной ситуации. Наша задача, чтобы больше общения, больше охват детей. С такими детьми надо с ними работать. И я полностью уверен, что кто-то из них в дальнейшем тянется в спорт. А мы все понимаем, что спорт дает нам дорогу в жизнь. Мы прекрасно понимаем, что это не рождаются ребята плохими. То есть это в основном создается условиями жизни. И я знаю всю эту историю, что насколько важно, когда рядом с тобой оказывается тот человек, которому ты можешь поверить, которого ты можешь услышать. И не обязательно, чтобы вот он прямо всегда был. Но очень важно порой даже одним словом подсказать, поддержать ребенка и дать ему ориентиры в этой жизни. Подобные мероприятия для ребят проводят на регулярной основе. До конца года они встретятся еще с зампредом правительства Бурятии и депутатом Государственной Думы. Антон Симонов, Булат Зантаков, телекомпания АТВ.